Апарт-отель «Инвестор» планирует возвести на улице Волжской, 22. Это не первое заседание совета по данному вопросу. Тогда архитекторы Сочи высказали ряд претензий к проекту, но не все они были учтены. Мое мнение не изменилось. Этот объект перегружает территорию, он усиливает нагрузку, которую уже создал существующий жилой комплекс на территорию Мамайки. Апарт-отель категории «одна звезда» – это вообще непонятно, в какие нормы должен вписываться и какая численность населения там может возникнуть. Все члены совета согласны, сейчас застройку Мамайки иначе как хаотичной не назовешь. И грамотно выстроенный комплекс пришелся бы, как говорится, ко двору. Но не в таких объемах. Слишком большой номерной фонд заявлен. Такому количеству людей необходимы дополнительные детские площадки и другая социальная инфраструктура, которая проектом пока не предусмотрена. Глава города выслушал мнение каждого архитектора и подытожил: проект надо доработать. Если строить, и если действительно положительное решение, то это должно быть такое сооружение, которое не вызывает никаких возражений ни среди жителей, ни тем более среди профессионалов. В числе пожеланий авторам проекта пожертвовать как минимум одним корпусом будущего отеля и сделать ставку на комфорт, соблюдая установленные нормы. Работу над ошибками оценят на следующем заседании совета.